Рязанские полицейские посетили с самым что ни на есть официальным визитом один из магазинчиков на улице Третьей Бутырки. Посетили, да и изъяли в ходе проверочной закупки 70 литров контрафактного алкоголя. Цвета на половине образцов у нас имеется, грубо говоря, нижняя полоса, которая полностью просто серебристая, а должна переливаться как бы. В данном магазине было изъято 69 литров алкогольной продукции, также со специальными федеральными марками акцизного сбора, имеющими признаки подделки. Продавать уж, извините, паленую водку много ума не нужно. А ведь от такого пойла и помереть недолго. Это дело серьезное. И сколько уже, интересно, отравлений на счету хотя бы одного этого предпринимателя? Ответит ли безответственный и бессовестный? Возможно, что только штрафом отделается. А может, все-таки и посерьезнее будет наказание, а то штрафы для этих деляг – так, семечки.